10 лет назад при Министерстве культуры Новосибирской области был создан Совет молодых специалистов. Цель – выявлять и поощрять молодых специалистов в сфере культуры за их инициативность, стимулировать их профессиональную и творческую активность, внедрять новые формы и методы работы в реализации культурной политики региона. Представителей Линьевской детской школы искусств в этом совете еще никогда не было. Преподаватель по классу скрипки Маргарита Бянкина стала первой. Маргарита Бянкина – бывшая выпускница Линьевской детской школы искусств. После учебы в Новосибирском музыкальном колледже имени Мурова она вернулась в родные пенаты уже в качестве учителя. Сейчас с педагогом Лилией Артемьевой они коллеги. Вместе обучают детей игре на скрипке, играют в оркестре преподавателей школы и руководят ансамблем юных скрипачей «Созвучие». К слову, для образцового самодеятельного коллектива 2023 год начался очень удачно. За участие в трех международных онлайн-конкурсах в призовой копилке оказалось два диплома первой степени, диплом второй степени и специальный диплом за артистизм. Одно произведение, которое трудное, у нас сыграли 8 человек, это старший состав, а второе... Ну, если можно так сказать, полегче, там принимали участие все 10. То есть мы как-то стараемся, чтобы все-таки все дети показали себя. В ближайших планах участие ансамбля скрипачей в очных конкурсах. В марте это Новосибирск, а в конце апреля – Казань. Участие в конкурсах – это очень большая мотивация для учащихся. Они дают ощущение, что то, чем мы занимаемся, не ограничивается стенами класса. Маргарита Бянкина – молодой педагог. Она преподает в школе первый год. Но девушка поняла, что развиваться профессионально ей поможет и общественная работа. Когда предложили, она с удовольствием вошла в Совет молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области. Там представители библиотек, музеев, музыкальных школ, домов культуры, театров. Самое главное, что помог мне осознать совет, то что мы все являемся работниками сферы культуры, и мы можем друг с другом взаимодействовать. Очень много идей я привезла сюда, для нашей школы, для нашего поселка, и в этом один из плюсов этого совета, что все молодые специалисты могут, общаясь друг с другом, общаясь с наставниками, перенимать их опыт и привозить в свой район, в свой поселок, в свою сферу новые идеи, новые инициативы и, возможно, какие-то даже наработки наших коллег. Анализировать, понимать, применять какую-то методику новую, включаться в общий процесс, вообще озвучивать какие-то проблемы, как-то их решать активно. Поэтому, да, для нас это впервые, и мы очень-очень рады, что есть представитель нашего маленького поселка там. Программа мероприятий Совета молодых специалистов на этот год очень разнообразная. Методические встречи, вебинары, круглые столы, обучающие семинары, в том числе по проектной и грантовой деятельности. Время покажет эффективность этой работы для Линьевской детской школы искусств.